Всем привет! С вами канал Кой Channel, и в этом обзоре я сделаю обзор грузовика ZIS 5. К сожалению, опять в моде произошел баг, на нем опять нету колес на данном грузовике. Покажу вот его со всех сторон. Действительно впечатляющий грузовичок, он малотоннажный, весом в 3 тонны. И грузоподъемность у него также сама составляет 3 тонны. Он выпускался с 33 года по 58 год, целых 25 лет, и являлся один из самых выпускаемых малотоннажных грузовых автомобилей тех времен. Был незаменим на войне, во Вторую Отечественную войну, во Второй мировой, мировой войне. Вот. У него стоит бак на 65 литров. Расход топлива составляет 30 литров на 100 километров. То есть у него запаса не так уж много, где-то на 200 километров. Давайте посмотрим, что же можно на него установить. Бортовой прицеп можно установить, вот такой вот прицепик можно установить. Так, прицепку снимем, чтобы бочку бензиновую, цистерну, вот такой вот большой прицепик, не небольшой, как казалось, думал, что будет большой. Платформу лесовоза. Так, гаражные сцепки. Как обычно, поменять колеса, ну, если бы они, конечно, были бы в этом моде, а так их нету, что, к сожалению. А лебедкой уже пользоваться не буду, не буду мучить данный грузовик. А с виду он мне очень понравился, хотелось бы на нем прокататься и сделать тест-драйв, но, к сожалению, не смогу. И на этом моменте я буду заканчивать обзор. Вот такой вот баг в игре Spin Tire случился. У кого такой же баг с этой моделью, пишите мне в комментариях, либо наоборот, что работает. Мне будет интересно это услышать от вас про этот мод. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока!